А вы знали, что коктейль «Белый русский» стал популярным в американских барах после выхода фильма «Большой Лебовский», где чувак в халате не расставался со своим коктейлем ни на минуту? А приготовить его очень просто. Нам понадобится 30 мл водки, 30 мл кофейного ликера, 15 мл сливок. Это все заливаем в стакан со льдом и размешиваем.